осталось памятников казачьих на территории вот усадьбы, на территории города. Ну хорошо, наш Суриков, художник казак, там все сохраняется. Остальное, как я уже здесь понял, все сносится. И последнее, значит, мы, конечно, против всяких этих сносов, мы тут говорили и знаем, что мы против всего. И последнее, что я хотел бы сказать, ну, если уже некому, допустим, там, передать или поменять собственника, я не знаю вот этих законов, понимаете, я председатель Совета стариков, то мы готовы, допустим, естественно, на безвозмездной основе взять вот часть какой-то этих зданий, если нам передадут, и что мы там можем разместить, и музей казачества, и казачью школу, вот. Ну и совет стариков, допустим, совет, суд чести, там. То есть такие органы, которые можно всегда показать и которые будут следить за этим и смотреть. Но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы все это сносилось. Это варварство все. То есть казаки против этого. Так можете себе записать. Все, я сказал. То есть была ситуация точно такая.